Когда едешь в машине или мчишься по скоростной трассе на скоростном байке, вряд ли ожидаешь встретить на пути какое-либо животное. Наши сегодняшние герои, будучи за рулем, встречались с оленями, львами и даже настоящими кенгуру. На связи канал Топ Факции, сегодня вы увидите 20 уникальных случаев с животными на дорогах, снятые на камеру. Всех с наступающим Новым годом, всем приятного просмотра, ну и конечно же, погнали! Начнем, пожалуй, вот с этого забавного видео. Под прекрасную музыку на лобовом стекле автомобиля путешествует самая настоящая змея. Выглядит все это мило и даже забавно, правда, есть одно маленькое но. Этот вид зеленых змей крайне опасен, ведь одна капля его яда способна убить взрослого человека. В пустынях часто можно наткнуться на гуляющих вдалеке верблюдов. Правда, некоторые из них после обеденного мациона любят отдыхать прямо на проезжей части, не давая проезда автомобилям. Судя по поведению этого товарища в тот момент, он наслаждался прекрасными видами, пока его в чувство не привел громкий сигнал разъяренного водителя. Олени. Говорят, что Америка — это страна с самыми лучшими дорогами. Это правда, но порой получать полный комфорт от вождения там мешают оголтелые олени. Решив перейти через дорогу, они не придумали ничего лучше, как ее перепрыгнуть, причем напрочь забыв про все правила дорожного движения. Как итог, разбитое стекло автомобиля, сломанное зеркало бокового вида и множественные вмятины по всему корпусу. Да, ремонт явно обойдется этому парню в кругленькую сумму. В Индии другая проблема – слоны на дорогах. Эти многотонные создания создают огромные пробки на пути следования грузовых автомобилей. Обычно они перевозят сено, которое слоны просто обожают. Вот и получается настоящее ограбление среди бела дня. Нагло, профессионально и, конечно же, экстремально. Если взрослый слон не получит свою порцию корма, машина рискует улететь с обрыва, ведь только своим хоботом он может спокойно поднять в воздух вес около 350 килограммов. И не только животные неожиданно выскакивают на дорогу. В Техасе на несколько часов движение транспорта парализовал настоящий белоголовый орел. Символ США с размахом крыла в 2 метра спокойно сидел посреди проезжей части, внимательно посматривая по сторонам. Убрать его смогли только специалисты службы по спасению животных, ведь никто, кроме них, не смог бы совладать с огромными острыми когтями, способными пробить насквозь полусантиметровый лист металла. И, кстати, птицы могут не только сидеть на дороге, но и бегать по ней. Группа велосипедистов была в настоящем шоке, когда к ним в качестве участника благотворительного заезда присоединился страус. Пернатая особь под 3 метра в высоту бежала по трассе со скоростью в 50 км в час. Боюсь представить, что испытали ребята в этот момент. Страусы славятся своей непредсказуемостью и внезапной агрессией, поэтому очень даже хорошо, что эти гонки спустя пару минут закончились. Номер 14. Крыса. Порой на дорогах разворачиваются самые настоящие эпичные противостояния. Так автолюбители сняли схватку кобры и крысы, которая пыталась защитить от нападения своего ребенка. Когда змея все-таки проглотила мышонка, мама крыса вцепилась ей в хвост, а после заставила раскрыть пасть, из которой выбежал ее сын. Да уж, драмы тут больше, чем в турецких сериалах. Недаром ведь это видео облетело весь мир и стало настоящим хитом в интернете. А что же делать, если вам перегородило дорогу целое стадо голодных львов? В африканском заповеднике такие инциденты не редкость, ведь на территории парка именно животные являются хозяевами. Порой они греются на раскаленном асфальте, играют с потомством или просто гуляют вдоль белых разметок. В любом случае, зрелище удивительное и завораживающее, когда в паре сантиметров от твоей машины стоит самый настоящий король джунглей. 12 место. Тигр. Амурские тигры являются самыми опасными животными в Сибири, конечно же, после медведей. Встретиться с этой хищной кошкой не хотелось бы, однако наш следующий герой наткнулся на самца, когда проезжал через национальный заповедник. От ощущения, что огромный 200-килограммовый зверь совсем рядом, мурашки бегут по коже. Повезло, что он не обратил внимания на машину, иначе бы автору видео явно пришлось бы спасаться бегством. Внимание, на юге Франции замечена опасная банда грабителей. Особые приметы — невысокий рост и любовь к бананам.
Как вы уже, наверное, догадались, речь идет об обезьянах, которые уже, наверное, несколько лет делают свой манки-бизнес. Они целыми стаями поджидают на дорогах доверчивых туристов, после чего не гнушаются проникнуть в кабину авто и забрать абсолютно любое вкусное лакомство. Причем орудуют даже целыми семьями, совершая преступления на глазах у детенышей. Номер 9. Лигр. Что будет, если скрестить тигра и льва? Получится уникальное животное лигр, которое можно запросто встретить в Индии. Там одна из особей решила полакомиться мотоциклистами, которые возвращались домой по извилистой дороге. Еще минута, и огромный хищник напрыгнет на водителя. Однако на повороте байк набрал скорость и оторвался от преследователя. В такие моменты вся жизнь пролетает перед глазами. Бизон. Бизоны довольно крупные животные, которые, между прочим, являются культурным достоянием Америки. На этих кадрах группа парнокопытных попросту заблокировала движение фуры, которая наверняка перевозила ценный груз. Зная, насколько могут быть упрямы эти животные, можно предположить, что водитель грузовика оставил на этой трассе все нервные клетки в ожидании, когда же бизоны наконец-то уступят ему дорогу. Антилопы. На сафари в ЮАР разыгралась целая сценка из триллера. Группа антилоп буквально перелетала дорогу, в то время как за ними гналось три гепарда. Одна из импал так напугалась хищника, что влетела в открытое окно внедорожника. Страшно даже представить ощущения туристов, когда им на колени неожиданно приземлился вот такой вот снаряд. Кабан. Когда речь заходит о Гонконге, вряд ли можешь представить бегающего по неоновым улочкам огромного кабана. Пумба сбежал из местного зоопарка, после чего принялся наводить в городе суету. Чтобы его поймать, пришлось перекрыть дорогу, а также позвать на помощь 13 полицейских. Спустя час беглеца все-таки поймали, зажав всей толпой на небольшом пятачке магистрали. Аллигатор. Американская версия крокодила Гены переходит дорогу. Неторопливо, грациозно, блистательно. Именно так можно описать ролик, где аллигатор остановил четырехполосное движение. Его спокойствию можно только позавидовать, ведь на сигналы авто он не обратил ни малейшего внимания. Баран. Можно спокойно ехать по дороге на своем байке, никого не трогать и все равно нарваться на неприятности. Судя по реакции, этот баран давно держит территорию, поэтому так и не рад чужакам. За испорченный транспорт водители решили вступить с бараном в драку. Однако кто в данном случае больше животное, вопрос риторический. Игуана. Если в жизни у вас имеются проблемы, то берите пример с этой игуаны. Ящерица оказалась прямо на дороге, вдали от дома, а ей все равно. Ее снимают, рядом проезжают машины и фуры, а ей все так же без разницы. Так что в любой трудный день берите пример с этой игуаны. Не дайте плохим мыслям испортить ваш день. А здесь тот самый редкий случай, когда комментировать вообще ничего не хочется. Леопард забрался в салон автомобиля и вот-вот набросится на людей. В этом случае лучше всего молчать и не шевелиться, дабы лишний раз не давать животному повода вас атаковать. Ну и напоследок, носорог. Этот исчезающий вид животных довольно регулярно наводит в Африке движуху. Им очень не нравятся автомобили, поэтому носороги обожают их крушить. На этом видео по хайвею несется 4-тонная махина, которую остановить сможет только капот проезжающего мимо авто. Так, ну что, друзья, на этом сегодня все. Если вам нравится рубрика с животными, с похожими моментами, снятыми на камеру, то дайте об этом знать в комментарии, а также не забудьте подписаться на канал и посмотреть наши предыдущие топовые выпуски. Ну а всем огромнейшее спасибо за просмотр, всех с наступающим 2022 годом и увидимся уже через одни сутки. Пока-пока.